Граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будут внесены в федеральный регистр. В справке будут также указаны серия вакцины и состояние пациента. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности главного врача первой поликлиники Владикавказа Ирина Калагова. Напомним, Северная Осетия одна из первых получила партию вакцины «Спутник Ви». Прививку от коронавируса сделали 42 человека. На какой срок вакцина защищает организм, пока на стадии исследования. Но разработчики предполагают, что вакцина обеспечит защиту от инфекции на 2-3 года. На днях республика ожидает еще одну партию вакцины. На днях в нашу республику ожидается поступление уже существенно значимой дозы коронавирусной вакцины. И уже будут прививать население. Эта вакцина делается добровольно и бесплатно. Если, допустим, гражданин изъявит желание привиться от коронавирусной инфекции, обязательно должен проконсультироваться со своим участковым терапевтом, потому что там есть и противопоказания, и те, кому надо с осторожностью к этой вакцине подходить. Поэтому только с разрешения терапевта можно прививаться.